Новороссийск. Портовая пристань номер 3. Здесь зерно. Приезжает на зерно со всех стран. И здесь его фасуют для магазинов, перебирают, качество проверяют. Напоминаю, что это город Новороссийск. На центральной площади Новороссийска. Сейчас покажу эсминец с левой стороны. Выйдем. Thank you.
Черное море. Такое чистое море. Сейчас идем на пляж. Я на пляже. Тусовка вечером будет. Один раз. День морского флота. Один раз. Один раз. Раз. Один раз. С вами канал ДТВ. Мы находимся в Новороссийске. Порт, Черное море. Температура где-то
этих местах очень нравится. Вот как видишь, вот все это, весь этот район. Сейчас я засниму чуть-чуть. Мне жене показать. Забор у нас закрыт, есть только детская площадка, так, машин нет. Здесь такой забор будет, да, вот этот? У нас здесь будет следующий дом. А, следующий. Детская площадка будет общая. А, большая его она будет? Она будет увеличена? Да. Квартира. Так, сколько здесь коридор получается? 12 квадратов. 12 коридор. Коридор, конечно, громаднейший. Ну это вот такой обычный, да, по сути, ремонт? Да, из ремонта застройщик. Она шире. И окно там панорамное идет. Так, а вид то же самое получается? Вид сюда же, да, только лучше. Море лучше видно. Можно я открою? Посмотри. Можно. И окна больше. Так, сейчас я... Так, а у меня что-то... Это море, да, там получается? Да. Сейчас немножко туманно. Так, прихожая сколько здесь? Три. Три? Сколько? 22 квадрата комната. Так. Так, а это что за выемка? Вот это для чего? Это блок, керамзитовый блок для объединения пространства. То есть все стены несущие, монолит, а здесь блок. Можно... То есть его можно снять, да, получается? Это можно убрать и зашить проем здесь. Многие делают вход в комнату через пол. Сейчас я посмотрю, где здесь тоже вид. Это какой этаж у нас? Восьмой. Кстати, мне здесь вид больше нравится, чем там. Так, сколько она стоит, эта квартира? Восьмой этаж, эта квартира стоит 2550. 2550. Это без ремонта, да? Да, электрического. Сколько здесь квадратов? 46. 46 квадратов. Так, сколько ванна здесь получается? 4,5 квадрата. Кухня? Кухня 17. 17. Так, и 5000 квадрат будет стоить ремонт, да? Да. Так, 17 здесь без вот этого, да, проема? С этим. А, с этим проемом. Это общая площадь. Общая, да? Так. Так. Если вы не будете менять радиатор отопления, стяжку намерены менять, то... А что, с ними не так? Нет, с ними все хорошо, просто некоторые делают радиаторы в полу, убирают такие. Да нет, смысл так убирать здесь. Вот это будет заливаться, нет? То есть это, ну, входит, да, в стоимость? Да. То есть это залив полностью. Не было, да, таких дырок? Так, а туалет не будет, да, заливаться? Стяжки не будет в туалете? Если вы заказываете ремонт от застройщика, не, если без ремонта застройщика. Тогда санузел черновой сдается. Ну, в таком виде. Да, потому что мы не знаем, где бы ванну поставить, где унитаз. Сначала проводка труб делается, а потом стяжка заливается. А ванна сюда не прилагается, да, в целом? Mm-hmm. Я так понимаю. Это внешний двор, там, соответственно, в каждом комплексе закрытая территория идет.
какая-то церковь строится. Не знаю, что это такое. Добрый час. Да-да-да. Сколько здесь получается от комнат? Бабочек. Сейчас вечер, часов 7-8 вечера. Очень тепло на море.
Сейчас будет дождик. Дождик, ура, бежим. Ура, дождик.